В этом видео я покажу, где скачать программу RenderFarm, каким образом ее установить и каким образом запустить программу RenderFarm на своем компьютере. Мы находимся в интернет-магазине по адресу shop.gnetwork.biz, и здесь на главной странице мы выбираем RenderFarm. Нажимаем на значок, опускаемся немножко ниже. И здесь нажимаем «Скачать программу». По умолчанию программа скачивается чаще всего или в папку «Загрузки», или на рабочий стол, в зависимости от ваших настроек. В данном случае мы видим здесь «Загрузку», и прямо отсюда ее можно запустить. Я нажимаю на «Загрузку», нажимаю «Запустить программу», идет установка. Здесь нажимаем «Установить». Итак, мы видим, что программа установилась на наш компьютер. Теперь нам надо ее зарегистрировать. Для этого выбираем язык. Я выбираю русский язык. Итак, если вы еще не являетесь партнером компании GNetwork и не приобретали пак GN Render, и вам не пришел пин-код для активации, тогда вам надо ввести свой логин, ввести свой пароль и нажать «Демо-версия». Как видите, регистрация прошла успешно, и уже буквально через одну секунду ваш компьютер начинает обрабатывать первое задание. Эта программа работает абсолютно в фоновом режиме. Вам не обязательно делать какие-то действия. Вы можете заниматься своими делами, просто свернув программу, убрав ее с рабочего стола. А если вы захотите посмотреть, сколько денег начислено, вы просто нажимаете на значок, открывается окно, и вы можете смотреть. Вот здесь вы будете видеть, получено за сегодня. И как только сейчас обработается первый модуль, сюда уже будут начислены первые деньги. Здесь будет история полученных денег за вчера. И здесь накопительно вы будете видеть все деньги, которые вам начисляются за предыдущие дни, суммарно. Если вам надо куда-то уйти и выключить компьютер, вы просто закрываете программу, нажав на закрытие в правом верхнем углу. После этого отключаете компьютер и идете заниматься своими делами. Вы можете оставить компьютер включенным, и программа будет продолжать работать. Для того, чтобы запустить программу после включения компьютера, вам снова на рабочем столе надо будет нажать на этот значок и запустить программу. В этот раз никакие пароли вводить не надо будет, и программа автоматически подгрузится и начнет работать и приносить вам деньги. Для того, чтобы узнать все подробности, а также то, каким образом выводить заработанные деньги, свяжитесь с вашим рекомендателем в системе Grand Union. Для этого зайдите на сайт grandunion24.com, нажмите «Войти в кабинет», затем укажите ваш адрес электронной почты, который вы указывали при регистрации в системе Grand Union. Введите ваш пароль, поставьте галочку «Запомнить меня» и нажмите кнопку «Войти». Вы попадаете на главную страницу кабинета системы Grand Union. Здесь на этой странице вы можете посмотреть приветственное видео от создателей системы Grand Union. А также, опустившись ниже, вы можете посмотреть более подробную информацию о программе RenderFarm. Для того, чтобы связаться с вашим рекомендателем, вам необходимо нажать на этот значок. Здесь откроется окно со всеми контактными данными вашего рекомендателя. Выберите наиболее удобные для вас каналы связи, свяжитесь с вашим рекомендателем по скайпу или по телефону, и узнайте, каким образом вы можете обналичивать заработанные от вашего компьютера деньги. А тем временем наша RenderFarm работает. Нажав на значок, мы можем видеть, что первый модуль уже был обработан и первый цент уже был заработан на этом компьютере. Вот таким простым способом, не от вашей работы, а от работы вашего компьютера, вы будете зарабатывать деньги. Посмотрите ролик подробнее о RenderFarm, именно так называется эта система, и подключайтесь.
Зарабатывать деньги вместе с рендер-фермой очень легко и просто. Успехов вам!